Друзья, приветствую. Алексей Азаров. Мы сегодня с вами находимся в центре города Сан-Ремо на пьяцце Коломбо. Сегодня посмотрим квартиру большую, 180 метров квадратных, которая поделена на две квартиры, 110 и 70 метров. В общем, кого как устроит, кому как понравится. Вот. В этом большом историческом здании. Аптеки там только 100 лет, по-моему. Здесь как елка была, так и осталась. Погуляем немножко. Это вот наш как бы центр. Начнем вкусное мороженое, лолипоп. Народ сидит, греется. До моря идти очень близко, в принципе. Там 4-5 минут. Самый центр. Вон там у нас уже море, почта, улица Рома, Виа Рома. Здесь сейчас пойдем на Каристону ближе. Таксисты у нас стоят, по-моему, 5 секунд 10 копеек европейских. Кстати, стоит, по-моему, 100 тысяч лицензия на такси. И вот наши знаменитые Маттеотти. Театр Аристон. И вот в этом палаццо продается квартира. Вот, ну, пойдемте посмотрим. Апартаменты. Первый апартамент 110 метров квадратных. С красивым видом на нашу площадь Коломбо, пьяцца Коломбо. Паркетная доска. А здесь кухня, индивидуальное отопление, двухконтурный котел, небольшой балкончик. Смотрите, какая рукоятка для открытия оригинальных окон. Здесь еще, кстати, смотрите, такая система старая. Внутри спрятан очень. Я такое редко видел. До моря идти буквально 4 минуты. Ресторан и бар. Здесь у вас все под рукой. Там можно оставлять машину Палфиори. Вот здесь у вас автовокзал. Можно уехать в любую точку. Ближайшие зоны.
газ, ну, в общем, все. Подводки уже есть. Первая спальная комната. Достаточно просторная. Квартира сама по себе, конечно, светлая. Высота потолков около 4 метров. Конечно, вы можете поменять деревянные оригинальные окна на пластиковые, но владельцы, здесь дверью все закуплено, не переживайте, все это будет еще в процессе. Ванная комната. С душевой кабиной. И еще одна спальная комната большая. Скорую слышно везде. От нее не спрячешься. У нас сегодня плюс 18. Солнышко. А здесь, потому что он продает как бы две квартиры, и это большая 110 метров квадратных, и другая 70 плюс терраса там внутренняя. А здесь можно открыть, сейчас мы там зайдем с другой стороны, открыть дверь как бы, да, и соединить квартиру. И сделать 180 метров квадратных. То есть данный участок это 110 метров квадратных. Термостат. Так, и сейчас посмотрим, еще лифт есть. Сиси. Вот, вторая квартира. То же самое, паркетная доска. Здесь, представляете, вот он говорит, представляешь, Алексей, это оригинальная мойка, еще вот дом построился, да, дом построился, и вот она с тех времен вообще ничего не изменилось. Из мрамора. Также здесь индивидуальное отопление, небольшой предбанник. Поменяли они электрическую часть, все, что очень хорошо. Все еще в доделках, я показываю, как есть пока. Но все это будет включено в стоимость. Стоимость я не говорю в эфире, она будет у нас, перейдете по ссылочке на наш сайт azarov.ru. Здесь у нас по графику кухня. Ванная комната с душевой кабиной. Вот про это я говорил. То есть сейчас здесь небольшая спальная комната. Здесь можно соединить квартиру. Еще одна спальная комната. По первой и второй комнате я напишу у нас по ссылочке, пройдите на наш сайт. Там будет написана стоимость и другая полезная информация. Сейчас пойдемте спросим, сколько будет стоить кондоминиум в год. Спеси кондоминиале, квали? Allora, ci sono. Questo e quello di là siamo intorno ai 1300 euro, tutte e due.
1300 евро две квартиры стоит. Ну, я думаю, как бы, если поделить все поровну, то где-то по 600. Нет, ну это, я думаю, большая 800 евро, а мелкая будет 500. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. С вами был Алексей Азаров. Вся подробная информация будет на нашем сайте azarov.ru. Переходите по ссылочке.